Нифига себе, я пытался в группу, мне уехал, говорит, я тебя пытался не вышел. Что-то Андрюха темнит реально. Кто? Воу, Ричард, он что делает? Где-то вернул резко Андрюха, короче, прилетел. Теперь Андрей за тобой. Да, а я за ним. Поворотами даже топливо нигде не сэкономить. О, у меня тоже прикольно. И полсекунды до Андрея. Опа! Ты бы видел это. Это красиво было. Да. Форза Феррари. Андрей. Сейчас пусть его Феррари пасует. А нам надо уезжать. Правда, не потом мягкую воду один. А ну подойди. У него сейчас дырец будет. И у тебя будет дырец. А у меня нет. Да ладно, дай один раз побыть наверху. Ой-ой-ой-ой-ой, вот и все, вот и закончилось. Долбануть тебя, что ли? Вот это был идеальный поворот. А вот здесь нет. 220. Вот так люди делают ошибки, ни хрена, я 0,8 просрал из третьего поворота. Ну в этом повороте я, конечно, классно влез.
Там еще Феррера за тобой, по-моему. По качке. Наискосок. Столбик есть, это даже хорошо, можно поворот до столбика связать, и точно ничего не будет. Даже здесь ничего не было. Полторы секунды. Ла-ла-ла-ла. Ой-ой-ой-ой-ой! Ребят, вы где вообще? Все, он тебя прошел? И дыры у него, да? Красно-фиолетовое месиво. Да, борьба, конечно, много времени занимает. Да, пропускать надо тоже уметь. Плохая шпилька, то есть туда. Десятки шпильки потерял. Так, у меня на шестом круге 500, а я, по-моему, до седьмого дотяну запросто. Я не хочу на шестом на 500 ехать. Нет. Ты как умудрился две позиции потерять? Три? Виталий, тебе как прошло? Не отпускаю. У вас там группа такая плотненькая едет. Красавица. На ДРС уехал? Нет, смысл не требует. А, в первом повороте я что-то подумал про... Наоборот, я, короче, подумал. Я про последний почему-то подумал. Вадик еще жив. Его Буба не снес. В ужасе шарахается от всех. По крайней мере, Андрею не так много прибыло, даже прямо помудрее.
Ох, я сейчас проехал поворот просто на нажатом газе. Вот этот вот. Нашел точку среднюю. Сзади. Так, Виталий оторвался, я смотрю. Ну, видать, Вадь. Что-то он рано. Я, пожалуй, сейчас тоже приеду. Я ведь успею перед собой. У меня 5 секунд, Андрей. И 7 секунд до тебя подходит. Почти 8. Успею. Так, плюс 2 топлива, хорошо. 5,4. Сейчас все возьму софт, а мы поедем на харде. Это придет, будем однозначно. Здесь-то шинка полохлена оставляет, тут жара ведь. Это спать 50 градусов, так и не оставляем. Но... Это вообще один дом. Это жесть вообще. Так, сейчас главное на пит заехать, не как Хэмилтон в 8-м году. Ой, в 7-м. А, тут там в Китае был. Правильно. Ура. Давайте, ребята, давайте, поработаем хорошо. Хотя мог запросто еще один круг подержать. А нет, задний все, задний канал. Ох, как вовремя! Вообще... Так вообще идеально. Ну, так я... Ну, я назад смотрел. Вообще, думаю, сейчас вот самое западло, когда он не успевает отходить, и ты стоишь, ждешь. Значит, надо 7 секунд на такой заезд. При стандартах пути мы не успеем. Это он на софте. Это по-любому. А чё, моё время до сих пор не предвидишь тут? Ну, сейчас перебью, а я вот твоё время. Вроде неплохие настройки я подобрал. Жаль, они сохранились. Опа! Ну тебе уже безопаснее. В чем? Опять психона? Блин, у меня напрямую руль гуляет вообще. Так, двое на пик. Я бы на твоем месте сейчас третий микс включал. Андрей еще на пике не был? Сейчас 5 секунд отыграть. Питер. О, я с удушением иду.
посмотри, сколько у тебя на выходе из других километров, когда ты бортика колесом касаешься. Чуть маловато. У меня вот, когда я бортик задеваю, у меня 210. Да, конечно, предпоследний поворот это вообще это брак. Да, ну да. Она далеко на себе заехала. Интересно, обойду или нет. Но меня на софте точно прижмет. Так, ладно. 70 тут проигрываю. Софту. На харде. А почему он перед Виталий оказался? У меня что, до тебя 28 секунд? А сейчас у кого ДРС? В смысле? Так. Сейчас главное, чтобы Андрей отыгрывал не больше секунды за круг. А то я помню, как он меня два сезона назад в Канаде, прикинь, на последней прямой в Канаде, после стены чемпионов просто взял и обогнал перед финишем. Вот это я ему до сих пор припоминал. Это конечно, эпичное сражение было. Я вот до середины шпильки до сих пор жму на турне. Ну вот. Ну, у тебя запасы как раз. А меня вот Андрюха по 40 походу круга снимает. Ого, я лучше первый сектор поставил. Прикинь. Ну, сейчас бомбежка будет до финиша. У меня вот что стрёмно в руле, у меня педали мягкие очень. Особенно на торможение это очень удобно. Вообще машину не понимаешь. Андрюхи G27 с амортизаторами. Машина сзади идет на первом миксе. Это хорошо. Немножко. У тебя всего 3 круга на отбор осталось, так что ты с атакой не затягивай. Так, по первому секторе однозначно быстрее Андрея. Что там? Давай быстрее. У меня запаса 2,7 секунды и еще 2 круга. Это
это по секунде на круг. Андрей, не дыши мне в спину, пожалуйста. Пожалуйста, не делай. Как я вам удалился полсекунды потерять, учитывая то, что я переключился на третий миг, господи боже мой. Он в 0.3 от меня. Прикинь, два круга подряд, просто плюс 0-0-0. Одинаково. Последний круг, Андрей до сих пор сзади. Мама, мне страшно. Мама! Ой, топливо замигало. Ой, мне хана. Не, последний круг только мигать начало. А я экономил. Я рассчитал, чтобы меня Андрей не обошел на последнем круге, чтобы у меня третий миг оставался. Если бы я ехал на первом, я бы уже скончался. Я просто контролировал отрыв, потом на второй переключился, он меня догнал. Если бы я постоянно ехал на втором, он бы меня сразу догнал. Я что, сейчас один разговариваю? Вот вы послушали бред сумасшедшего.
Ладно, отключаюсь.